Сегодня пол седьмого утра рабочие из ГЭТ объявили итальянскую забастовку. Они все присутствуют на рабочих местах, но половина машин на маршрута не вышла. А требования прежние: заработная плата, улучшение условий труда. Руководство за последний месяц, с момента последней забастовки, никаких движений не предприняло, никаких улучшений рабочие не увидели. Скажите, а сколько человек принимает участие? Ну, на мой взгляд, человек 30. Я говорю, половина маршрутов. Они сказали, что полностью останавливать город они не будут, поэтому половина вышли на маршруты, половина остались.